Как сделать красивый и дорогой с виду предмет интерьера, но из доступных и простых материалов? Этому научили горожан в рамках проекта «Химки. Интересно жить». Мастер-класс провела специалист по декоративно-прикладному искусству Елена Умбрихина. Оказалось, что из тарелки, джута и клеевого пистолета можно изготовить корзинку для хранения мелких предметов, например, ключей, монет или сладостей. Посмотрите, пожалуйста, сделаем вот этот завиточек. Но у нас еще есть варианты завершения нашей тарелочки. Мы можем сделать ушки. Вот такие ушки, как будто будет корзиночка. Для этого нам надо будет оставить чуть побольше. Благодаря несложным действиям у всех участников мастер-класса получились идеальные корзинки. Постоянная участница творческих встреч Мадина Мышкова рассказала, что приходит на мастер-класс во второй раз. Новый опыт и новые знания, по словам женщины, позволяют ей проводить время с пользой, а предметы, сделанные своими руками, она часто дарит близким. В сходне мы делали вот там блески такие нам давали, солнышко, ой, не солнышко, а, господи, подсолнух. И вот наклеивали на них разные эти блески. Так было красиво. То, что я сделала, подарила сестре. А это я ее себе оставлю, мне нравится очень. Сюда конфеты насыплю, чай пить. Мастер-классы в Химках проходят каждый день. Состоялось уже более 3500 встреч по интересам. Проект появился благодаря просьбам жителей. О ближайших мастер-классах можно узнать из бесплатной газеты «Химкинские новости». И в этой газете есть специальная вкладка, которая называется «Афиша». В этой вкладке указаны все мероприятия, все мастер-классы, которые проходят на территории города. В каждом микрорайоне, в том числе и по старым Химкам. Больше информации в соцсетях по хэштегу «Химки. Интересно жить» и на специальном сайте.